привет, девчонки. Я, короче, поехала в Сбербанк. Уже сходила. У меня такая, в общем, ситуация, что мне нужно было получить новую карточку, зарплатную мою. И написан офис был в СМСке из другого города. Видно, там ее оформляли, когда нас переводили на работе на карты МИР. В общем, и сказали, что здесь этой карты нету, она в другом офисе. Я написала заявление, чтобы сюда ее перевели. Сказали, в течение недели она сюда поступит, придет смс-очка, и надо будет получить. И что, поехала, короче, звонила, в итоге я не дозвонилась до банка. Вся упарилась в этой маске, она вся красная, вот. И получается, еще одна карточка у меня лежит, которая уже закончилась, новую я не получала, и там каким-то образом, в общем, на счету оказались 500 с чем-то рублей. И я думаю, надо закрыть этот счет, чтобы денежки мне перевели там или что, в общем, чтобы она за мной не висела. Оказалось, что за мной висит и числится еще какая-то одна карта, которая нулевая, последний раз в 2013 году аж я и пользовалась. Ну, видно, какая-то зарплатная карта тоже. Я вообще без понятия, в общем, ее тоже закрыли. Но, друзья, я, как всегда, не без приключений. Что-то там начали разбираться, что-то там у них не могло разблокироваться. Потом чеки, которые штучка выдает у них, этот рулончик, застрял там, они выковыривали эту бумагу, меняли. Это вообще, короче, я говорю, как всегда, поедешь, вроде пятиминутное дело, уедешь, блин, на 3 часа нафиг. В общем, мне везет, как обычно. Я, если честно, думала, что народу будет, ну, как бы вообще немного, то есть люди вроде как только по основным каким-то вопросам ходят, да, нужным. Но, на удивление, вся парковка занята, возле банка людей довольно много, вот 2 окна работает, они все заняты, мне еще пришлось посидеть в очереди. Вот, а сейчас, в общем, я поеду домой, не знаю, может быть, в магазин за яблоками зайду, потому что у нас яблоки закончились, детки не могут никак без них, у нас Коля засыпает с яблочками. Вот, так что, в общем, оставайтесь со мной, а остальное день будем проводить дома. Ну что, девчата, еду опять в банк, яблок купить не смогла, карта недействительна. Сказали мне, до конца месяца будет карта действовать, еще переспросила специально, потому что у нас деньги все на этой карте лежали. И думаю, если скажут, что не будет, действительно, я бы перед этим отправила на карту мужа хотя бы какую-то сумму. В итоге я думаю, ладно, домой сейчас приеду, разберусь. Зашла в Сбербанк онлайн. Блин, вообще пишет, нет доступных счетов. Зашибись. Я говорю, блин, красота. Поеду теперь в банк сейчас разбираться. И что мне делать теперь? Расстроилась до ушта. Теперь буду целый день кататься в этот банк. Блин. Девчат, ну это у меня только так. Короче, эта девушка, оказывается, работает всего лишь месяц. А ее не было, она была на перерыве. Другая девушка объяснила мне, что, в общем, счет мой станет активный для перерасчетов онлайн в ближайшие сутки, получается. Вот, но если мне срочно надо деньги, то я могу снять их в окне. Вот, в общем, короче говоря, ну я-то испугалась, у меня в личном кабинете Сбербанка заходишь, и вообще теперь нет счетов, ни одного счета. И он пишет, нет доступных счетов. То есть я думаю, блин, а у меня там как бы деньги были на карте. Ой, девочки, в общем, думаю, ну ладно, завтра, короче, будем ждать завтра. Надеюсь, все нормально появится. Ой, вообще, говорю, это со мной только такая ерунда может случиться. Вот надо, чтобы мне подвезло, попался какой-нибудь новенький сотрудник, надо, чтобы мне подвезло, что-нибудь там застряло у них в принтере, ну это вообще, блин. Поехала домой. У меня нет руки. Где же твоя рука? В песке! Мы, девчонки, вышли гулять. Коля тоже ручку в песок прячет, да? Вот и показала ему. Так хорошо, когда все покошено. Сразу такой это чистенький огородик. И смотрите, покосили одуванчики, получается. Ну, вот здесь еще не позбивали, возле кустов, получается. Ну, они мелкие совсем. Вот здесь, то есть, они не сбиваются просто газонокосилкой уже. А те, которые позбивали, были же все желтые. Белых практически не было. Было очень мало белых у нас одуванчиков, а они все побелели. И все равно семена, в общем, рассыпятся. Надо было пораньше, конечно, это делать, но... Как уж получилось. Вот. А я, в общем, думаю, чем бы заняться. Наверное, пойду что-нибудь посажу. Так что так. Да. Детки тут играют. Соня нашла жучка, да, Соня? Сейчас я раскопаю и покажу.
Она его тут в песочек посадила. Да? Эй, ты зачем меня кидаешься? Вот это что ли? Да, вот это. Держи. В общем, детки играют в песочнице сегодня. Там был букет у Сони, да? А вон бабушка идет с Милашей, с нашей, да? Соня пузыри вынесла, и Коляну надо. Отдай, говорит. Что-то не дуется, да? Там какие-то оставшиеся дома были пузырики. А у Коли в том году получалось махать длинной палочкой, пускать пузырики. Надо купить такие с длинными, которые палочками. А у тебя не получится дуть, сыночка. Мы тебе купим другие потом, ладно? Классно? Лопнула в тебя, да? Лопнула в тебя. Ты хочешь сам делать, да, пузырики? Да, Тима хороший. Саня, ты можешь ему дать просто попробовать дунуть? Коля, дуй мне. Видишь, не получается. Не получается, сына. Не получается. Давай Соня тебе подует, а ты пузырики будешь ловить. Сынок, да, сынок, давай мы потом длинные купим и будешь ты сам делать, хорошо? Договорились? А нет у нас сейчас таких, сын. Я знаю, тебе хочется. Такой хороший маленький мальчик. Ты улетел, да? На крыжовнике уже, смотрите, ягодки зелененькие вовсю. В общем, скоро будем ягодками лакомиться. Красота! Посмотрите, девчата, у меня с моей декоративной ивой что-то непонятное случилось. Я так предполагаю, что она померзла, наверное. Прям отсохли ветки все, гляньте. Мы ее поливали, причем бесполезно. Остались вот живые веточки. И у нее листочки сейчас еще плохо видно. Они такие пестренькие будут с белым, бело-розовым даже. Вот сейчас они пока маленькие, они зеленоватые. А потом будут вот как с краешку такие розово-беленькие. Ну и короче, мне вообще так жалко, потому что эти ветки были все живые. И они все вообще посохли. Представьте, стоит такая каланча непонятная. То она бы красивенькая была, а сейчас вообще бяка. В общем, девчата, полдня проездила я с этим банком. Вон, а Милаша у меня просыпается, и я не успеваю ничего сделать на огороде. Потому что девочку моя мама забирала как раз с утра, и я поехала в банк по делам. Ну, чтобы мужа не напрягать, в общем, со всеми детьми оставаться. Взяла, в общем, поехала. И проездила очень долго. И то, что хотела посадить, не успеваю посадить. Вот. Так что так. И сейчас уже надо собираться на обед, покормить деток. А муж уехал по делам в гараж. Там делать с машиной, в общем, заниматься. Что-то у нас с турбиной случилось, в общем, на Volkswagen, на нашем. Он решил снять турбину. Скорее всего, повезет ее куда-то ремонтировать или что-то. Не знаю, в общем, всех подробностей. Но, в общем, пошел заниматься нашей машиной. Поехал, точнее. Вот. А я деток сейчас... Деток сейчас зову уже обедать, да, Сонечка? Вот, зову деток обедать. А Соня, как всегда, не хочет обедать. Вот, и в общем... Даже яичницу. Вот так, я ей говорю, давай яичницу хотя бы поешь, ни суп, ни что. Не, не хочет ничего. Но все равно сейчас их загоню домой, пообедают. Сонечка, если захочет, пойдет опять гулять. Или ты мультик хотела про Рапунцель посмотреть, да? Вот, а Коле будем и Милашу, ну, укладывать спать, мама, как уж там детки будут. После еды всегда можно в что-нибудь вкусненькое. После хорошей, полезной еды что-нибудь вкусненькое можно. Мы вот так вот все время, детки у меня, в общем, просто так сладости не едят вообще. Только после еды. Ну, потому что если Сонечке дать волю, она бы только сладостями питалась бы, да, Сонечка? Ну, как и любые дети, наверное. Поэтому такие вкусняшки у нас только после еды. Вот она, красавица, сирень зацветает. Еще не так много цветочков, а уже такой запах стоит, прелесть. В общем, эту сирень я сюда подсаживала, когда мы только строили дом. Вот этот весь рядочек получается. Там кустики. Когда мы еще строили дом, вот,
выкорчевывали там кусты какие-то с участка, и, ну, их надо было либо выкидывать, либо куда-то пересаживать. И, в общем, по маленькому саженцу я воткнула сюда, и такие кустики шикарные получились. У нас еще соседей здесь не было, никого не было, мы здесь одни жили, не знали, что здесь кто-то еще будет жить. Думали просто вдоль дороги, чтобы были кустики красивые. А милаша у нас плачет, в общем. Как обычно, эта девочка, хлепевочка. Расплакалась. Смотрит на игрушечку. И спать-то не хочет. Не хочет спать. Смотрит на маму. Да? И на все вокруг, скажи, уже хочется все посмотреть. Улыбашка маленькая. У нас новая игра, скажи. Коля дворник, дворником заделался. Порядок наводит возле дома. Все подметает. Да, опять намело грязи. Надо опять подметать. Да? Что там, камушек? Камушек, да? Кожурки какие-то. Это мусоринка, выкинь ты ее. Соня тоже подметальщик маленький, да? Три уборщика. Да. Три уборщика, точно. Вот это да, скажи, да? Ох, красота. Да, скажи? Ты машинку нарисовать что-то хочешь, да? Все, поломала. Длинная очень была, да? А теперь у нас урок творчества, да, сын? Ты машину рисуешь так? Ой, какой молодец. Мама нарисует машинку. Давай, мама попробует нарисовать машинку. Колесо, колесо, да? Там. Такая машинка будет. Там. На. На, будешь раскрашивать. На. Да. В общем, хожу, укачиваю девочку нашу спать. А что-то она не собирается, по-моему, спать, если честно. Вот. Ну, просто погуляю. Детки у меня здесь возле дома гуляют. А, гулять надо, пока погода хорошая. Солнышка сегодня как такового нету, но тепло. Мы в кофточках гуляем, в принципе, нормально. Вот, потому что погода такая нестабильная. Завтра непонятно, будет тепло или холодно, или дождик, или солнце. В общем, погода вообще непредсказуемая просто. Поэтому надо ловить теплые денечки, сидеть дома не хочется. Единственный минус в таких теплых днях, то есть можно гулять хоть целый день с детьми. Это прекрасно, да, в своем доме, возле дома погуляли, там зашли, поели, поспали, опять погуляли. Но дела дома вообще не делаются, даже самые необходимые. Я сейчас вечером жду мужа, говорю, приезжай, не задерживайся, потому что реально нужно приготовить покушать, ужин, а я просто связана по рукам, не могу это сделать, потому что маленькая капризничает, она на руках постоянно, ничего не порезать, ничего не сделаешь, ну, то есть, либо ее положишь, она будет криком кричать, пока ты там что-то готовишь, вот, либо как, и на улице-то себя все как-то поспокойнее ведут. Детки бегают, веселятся, играют постарше, да. Мы с маленькой ходим, укачиваем, может быть, она поспит. Если поспит, то я бы что-то еще и на огороде, может быть, успела бы поделать. Вот. В общем, а дома, получается, не делается ничего. Вот в такие вот моменты. Это летнее время. Так обычно всегда и бывает. Из еды какие-то перехваты, перекусы, какие-то быстрые, легкие в приготовлении у нас блюда идут обычно в такие сезоны. Вот. Так что хочется гулять и гулять, когда хорошая погода. Не знаю, у меня, в общем, какое-то болтологическое сегодня видео получилось. Наверное, я снимать больше сегодня ничего не буду, потому что одни и те же посадки вам какие-то показываю. Поэтому на сегодня, друзья, буду заканчивать, буду прощаться. Всем пока-пока, до встречи в новых видео.